Детское радио представляет. Ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина! Здравствуйте, Александр Сергеевич. Меня зовут Марк. Я вот тут недавно читал одно ваше стихотворение. Ну, то, которое самое-самое ваше известное. Лукоморье — дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Вы так здорово все написали, читаешь, словно мультик смотришь. И кот такой ходит туда-сюда. Так вот, когда я учил это ваше стихотворение, я обратил внимание на разные непонятные мне слова. Вот послушайте. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол в видении полный. Там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой. И 30 витязей прекрасных чередой из вод выходит ясных. И с ними дядька их морской. Ну, дядька, понятно, витязи тоже. А вот что такое лукоморье и где оно находится? А еще что такое дол? И что значит чередой выходят? Объясните, Александр Сергеевич! Пожалуйста! Уважаемый Марк, объясняю. О загадочном лукоморье давным-давно мне рассказывала моя любимая няня, Арина Родионовна. Где оно точно находится, никто не ведает. Место это волшебное, заколдованное. Слово «лукоморье» состоит из двух коротких частей «лука» — изгиб, и «море». То есть где-то на изогнутом морском берегу и находится лукоморье. Теперь слово «дол». Тут все просто. Дол — это долина, равнина. Вы, Марк, еще спрашивали, что значит «чередой». Тут все еще проще. «Чередой» — то есть каждый в свой черед. 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных. По очереди. Один за другим. Ну как, Марк? Теперь вам все понятно? Ну, теперь-то, конечно, все стало ясно. Спасибо, объяснили. С днем рождения, Александр Сергеевич!